Хай, народ, с вами Грузин. Да, вы меня узнали, пожалуйста, узнайте меня, ведь я уже популярный. Все-таки, кстати, всем спасибо, да, ребят, 500 подписчиков, благодаря вам всем за каждого, за каждую подписочку. Просто отбивайте сейчас, отбивайте, красавцы, вы лучшие. Спасибо всем большое, я реально это ценю. Это охереть, как круто. Просто душевно, ребят. Каждому пожал руку. Ну ладно, тем временем мы переходим на реакцию Мэтт Окса. Блять, мне ВКонтакте пишут. Сек, я сейчас выйду нахер отсюда. Мэтт Окса с Лил Трейси. Фит у них, да? Pom-Poms называется трек. Вот я опять же смотрю, вот он идет, минута 48. Вот как можно оценить реакцию? Ну, то есть это, как можно оценить клип, когда он идет минуту, блядь? Ну, ладно, 48 секунд еще. Не люблю я вот такие слишком короткие клипы, если честно. Не успевает как-то сложиться мнение, мне кажется. Хотя вот бывает, что за минуты полторы... исполнители столько всего напихнут, впихнут, засунут, блядь, в свой клип, в свои слова, вообще все. Ну, блядь, вы поняли, короче. Что эмоции испытываешь больше от клипа, который идет там минут 5-6. Поэтому будем надеяться, что это клип из разряда первых. Поэтому погнали, ребята. Не знаю, чья тут была инициатива сделать фиток. Мороженщик Лил Трейси, подходим. Подходи, народ, как в свой огород. О, ты чё, шаверму продаешь, братан? Я хочу. Или мне показалось? О, прикольный кипарь у Трейси. Да. Ну вот как это оценивать? Ну, нет, это так-то круто. Ну, такое чувство, знаете, как будто вот они... О, там нет еще. Нифига там вся эта толпа из банды. Там этот битмейкер крутой. Ладно, короче, такое чувство, знаете, как будто они просто где-то отдыхали там, да, и просто к ним подошел какой-то челик с камерой, говорит, ну-ка давайте-ка, пооткрывайте рот, я потом сам все смонтирую, нормально зайдет, обещаю, поделим бабки пополам. И вот такое чувство, как будто, знаете, не знаю, опять же, вот, не знаю, чья была инициатива, это записать фиток. Кстати, не удивлюсь, если Трейси сам захотел фиток написать с этим челиком. Типа, знаете, как бы, ну, уважуху ему респектнуть, короче, то есть, да. Ну и все-таки у Трейси есть какая-то банда своя. И как бы тем самым апнуть челика этого. Ну так-то это, знаете, хороший такой поступок в сфере, да, музыки. То есть это как тоже своеобразная благотворительность. Хотя и Трейси, наверное, тоже хайпанул от этого видоса, я думаю. Потому что, ну, Мэтт Окс, вот этот его видос, который мы смотрели, тоже же зашел нормально людям. И то есть, ну, типа, о нем говорили, то есть он был на слуху, и тем самым сейчас Трейси вместе с ним... Ну, то есть, они, грубо говоря, друг другу помогли, я думаю.
Такой симбиоз, короче, получился. Ну, то есть, молодцы, чё. Такое чувство, вот этот клип, ну, то есть, даже не такое чувство, я уверен, что скорее этот клип сняли там за час, мне кажется, буквально. Ну, то есть, я не думаю, что они тут особо парились над этими дублями, там, типа, блин, я что-то там херово двигался. Пип вообще не напрягался, чисто по кайфу, там, сидел в своем этом автобусе мороженом. Чисто с какой-то шавермой там в руках, короче, зачитывал. Ну, то есть, видно, что чисто на расслабоне, короче, пацаны. Блин, сори, ребят, вышла, короче, небольшая техническая неполадка. Телефон офнулся. Так, что я там говорил-то? Ну, то есть, что они не расслабляли, ну, то есть, не напрягались особо, да. И, ну, короче, да, я, походу, уже все сказал, просто надо было как-то завершить, и поэтому, да, я это сделал. Кстати, да, я не поставил оценку. Но поставим семерочку все-таки, да. Ну, звучит так, как вот немножечко напомнило даже первый трек Мэтт Окса. Как будто в таком же стиле, короче. И чисто Лил Трейси тоже подлетел. Я сейчас уснул на 2 секунды. Не-не-не, сори, ребят. Ладно, ребят, сори, что я уже не знаю, что сказать. Потому что я уже все сказал, я думаю. Вот, такая реакция, короче, вышла. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, конечно же, лайки. Мотивируют меня пилить чаще видосы для вас и радовать вас чаще. Всем спасибо, всем добра, мир. До свидания. I do magic, you little bitch, I be like voila. Point blank period, I love them commas. We not worry about no scumbag bum clots. We not worry about no scumbag bum clots.